Всем привет, дорогие друзья, канал Ранчо Санчо. И сегодня я вам покажу рецепт очень вкусных баклажанов, которые можно самостоятельно подать как закуску к столу, а также это можно все закрутить в банке на зиму, и такая закуска будет разлетаться первая на вашем столе. Я вас уверяю. Давайте же посмотрим, что на столе. Здесь у нас баклажаны со своего огорода. На 5 килограмм баклажанов берется 1,5 килограмма лука. У нас баклажанов меньше, поэтому лука тоже мы отобрали меньше. Здесь будет Долина Бланка грибной бульон. Вообще лучше добавить именно Ролтон грибной бульон, но мы его не нашли, поэтому мы кубики размолим, добавим его. Соль мы попробуем, если она нужна будет, добавим. Оливковое масло для обжарки и майонез. Больше нам ничего не пригодится, поэтому берем, убираем вот эту часть от баклажан. Баклажан нарезаем кубиками. Приблизительно по 1,5 сантиметра. Вот так вот пополам. И вот такими кубиками нарезаем баклажаны. Разожгли костер, запуливаем казан. Казан 8 литров. Наливаем сюда масло по стенкам казана. 100 миллилитров. И даем масло накалиться, смазывая стенки казана. Пока масло нагревается и разжигается костер, мы нарежем лук. Лук нарезаем по стандарту полукольцами. Масло накалилось, закидываем сюда баклажаны. Закидываем сразу все партиями, не будем обжаривать. Сейчас немного помешаем, чтобы все это было в масле немного. Сейчас солить, вот сюда специй никаких добавлять не будем. У нас только будет грибной бульон. Ребята, обжарили все это в течение 15 минут, поэтому достаем. Баклажаны готовы. Будем следующими обжаривать. Следующим ингредиентом лук. Добавляем сюда немного масла и отправляем сюда на обжарку лук, нарезанный полукольцами. Немного шумовкой разобьем лук. Все, и зажариваем до золотистой корочки. Ребят, 10 минут обжаривали лук. Лук приобрел золотистую корочку. Поэтому достаем все и высыпаем баклажаном. Теперь берем вот эти кубики. Высыпаем их. И нам придется их немного размолоть в руках. Переминаем. В руках не получилось перемолоть, поэтому вот так вот перемололи мы ложкой. Отправляем. Здесь 4 кубика. Все 4 кубика отправляем к баклажанам. И добавляем сюда майонез. Майонез мы добавим сюда 300 грамм. Теперь это все тщательно перемешиваем. Ребят, уложили сюда баклажаны. Закрываем плотненько. И вот такие вот баклажанчики вкусные останутся на Новый год к столу. Вкусная закусочка. Поэтому, ребят, готовьте вместе с нами вот такие вот вкусные закруточки. Пишите свои комментарии, кто как делал. Всем до новых встреч. До скорого, пока.